братья и сестры, вместе скажем слава Богу. Слава Богу. Сестры, вместе раз, слава Богу. Вы знаете, я когда услышал пение на русском языке, я понял, что вы верующие люди. То я понимаю, что это все мы верующие. Вы скажете, почему? А может, поверьте мне, дальше? Западная Украина. Бо Западная Украина. Когда поют на русском языке, то некоторые христиане говорят, вы славите Путина. То некоторые христиане говорят, вы хвалите Путина. А я увидел, что поляки славят Христа. А я видел, что поляки хвалят Иисуса. И на русском языке? И на языке российском. Я знаете, да благословит вас Бог. И вече, нет вам благословит Бог. Я родился на Украине. Я родился на Украине. Но проповедую по-русски. Але Божье слово в языке российском. И для меня нет разницы, если бы я умел по-польски. И для меня это нема разницы, если бы я мог даже в языке польски. Я бы говорил по-польски. Говорил бы по-польски. Меня самая главная цель. У меня единственным таким целем. Выразить от всего сердца. Выразить с целого сердца. Славу для вечного Бога. Славу для вечного Бога. И я понимаю, что лучше, как на польском, вы не выразите. Я разумею, что для вас лучше, чем в языке польском, этого не учините. Хотя вы славите и по-русски. Хотя вы хвалите Бога и по-русски. Но тот родной язык. Але язык ойчистый. Он все равно богаче для славы вечного Бога. Он завжди є такий богатший для хвали вечного Бога. Поэтому славьте Господа. Поэтому хвальте Бога. На любых языках. На довольных языках. А в небе будете славить на английском языке. А в небе будете хвалить Бога в языке ангельском. Потому что украинцы, особо в Америке, доказывают, что там будет украинский бо язык. Бо украинцы, например, даже в Америке говорят, что в небе там -то будет только украинский. А русский в преисподней. А русский то будет там, в пекле. Потому что хуже, как русский ругаются, нет. Потому что наигорший такой блюжнерств нема вообще, как в языке российском. Но чтобы вы знали, что русский самый богатый тоже язык. Но чтобы вы видели, что язык российский есть. Которым тоже славится имя Господа. То богатый язык, которым тоже хвалишь им Бога. То мы собрались для славы вечного Бога. А мы собрались еще для хвалы вечного Бога. И поэтому приготовим наше сердце выслушать, что будет говорить до нас Бог. И поэтому приготовим. Wiemy nasze serca, by wysłuchać, co Bóg nam dzisiaj powie. On przez stichotworzenie zadał nam wopros. On dzisiaj przez ten wiersz zadał nam pytanie. Ja mówię, chciał pogadać z Tobą. On mówi Bóg do nas, że chce z nami porozmawiać. Od samego raniego utra. Od samego poranku dzisiaj. I Ty wszystko nie miał wremi. Ale Ty cały czas nie miałeś czasu. No. Сейчас я вижу, братья и сестры, але зараз я вижу, братья и сестры, что мы собрались послушать, что скажет нам Бог. Что собрались, чтобы выслушать, что поведет нам Бог. И когда я ехал сюда, а когда я ехал туда до вас, с моими, значит, друзьями, с женой, с моей женой, с моими приятелями, и я сидел за рулем, сидел за керовницей. И вы знаете, братья и сестры, Библии не было времени когда взять в руку. И вечером, братья и сестры, не было, когда взять до руки Библии. Но я мысленно обращался к Нему. Але мышлями цел час вращающим до Бога. Господи, дай мне то слово. О Боже, дай мне то слово. Которое нужно будет там. Которое потребно там. Не просто, чтобы мое «я» поднялось. Не, аби мое «я» где-ж было тут и горовало. Но чтобы Твое слово. Аби Твое слово. Было ко всем нам. Для всех нас. И в том числе для меня. А теж и для мне. И вот Бог положил мне на сердце, братья и сестры. И так Бог положил мне на сердце. И я буду читать некоторые места Священного Писания. Буду читать некоторые места Писания Святого. И если вы имеете Библии, Евангелие. Если имеете Библию, имеете Евангелие. Мы будем читать Евангелие, написано евреям, послание к евреям, 12 глава. Будем читать листо до Хебрайчиков. З розділу 11. 12 глава. Розділ Хебрайчиків, розділ 12. 15 стих. І вірш 15. І я читаю по-русски. Я читаю по-російську. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда,
и чтобы им не осквернились многие. Бачот, чтобы никто не позостал сдала от ласки Божией, чтобы якийсь горшкий корень, росnący в górę, не wyrządził szkody, и чтобы przezeń не покарало się wielu. Вы знаете, для верующих людей, знаете, для людей верующих, можно сказать, ну а какой горький корень может быть у верующих людей? Может так кому-то się wydaje, но jaki gorzki korzeń może być u ludzi wierzących? Но апостол Павел говорит, апостол Павел mówi, наблюдайте, чувайте, чтобы в своем сердце, patrzcie, aby w swoim sercu не появился этот корень, aby nie pojawił się ten korzeń. Но знаете, когда мы бываем в лесу, wiecie, kiedy bywamy w lesie, или даже здесь по нашим хозяйствам, albo nawet gdzieś tam w naszej zagrodzie, w ogródku, и небольшое даже дерево, и nawet nieduże drzewo, но когда мы его вытаскиваем с корнем, i kiedy my je wykopujemy z korzeniem, то мы видим не один только такой, ну, пасынок туда. I widzimy, że nie tylko tam jeden taki korzeń tam do ziemi. Но очень много разных и больших и малых ale корней od этого ствола. Ale widzimy, że od tego pnia różne maleńkie, drobne korzonki rozchodzą się w różne strony. I вы знаете, я так не один раз смотрел на эти корни. I wiecie, nie raz tak patrzyłem na te korzenie. И думал, ну если оторвать один. I myślałem, a jeśli by tak jeden oderwać? Будет расти это дерево. Czy to drzewo będzie rosło? И вы знаете, можно что-то оторвать. Wiecie, można coś tam odciąć, oderwać. И дерево еще как-то будет расти. I drzewo sobie z tym poradzi, będzie jeszcze rosło. Но знаете, что на нем происходит? Ale wiecie, co się dzieje na drzewie? Когда эту корень один оторвать, kiedy ten korzeń jeden odciąć, то вы увидите на дереве, что некоторые ветки начинают сохнуть. Zauważymy, że na drzewie niektóre gałęzie zaczynają schnąć. Nie все дерево начинает сохнуть. Nie całe drzewo, ale niektóre gałęzie. Но ветки эти начинают. Ale niektóre gałązki zaczynają. И знаете, на чем я наблюдал? I wiecie, co ja tak zauważyłem? Есть в лесу, и у меня дома растет ель, елка. Widziałem w lesie, a też u mnie na posesji rośnie świerk. И корни ее пошли по разным, по сторонам. А видно, что щерк на корень разложился в разные стороны. И один, второй корень мне мешал. И там и один, и другой корень мне мешал. И я взял их и обрубил. Dlatego też obciąłem je. И растет эта елка. И ten щерк растет. Но я увидел на одной ветке, на второй ветке, на третьей начали сохнуть. Ale zauważyłem, że niektóre gałązki zaczynały schnąć. Ветки начали сохнуть, потому что не стало этого корня. Gałązki zaczęły usychać, bo zabrakło tego korzenia. Bracia i siostry, nie об этим корне буду говорить сегодня. Ale bracia i siostry, nie o tych korzeniach dzisiaj będę mówić. А я хочу взять одну такую ветку, потому что их очень много есть, этих корней. A chcę raczej skupić uwagę na takim jednym korzeniu, bo ich jest, jak wiemy, wiele. I przeczytajmy Słowie Bożym об этом корне. I przeczytamy o tym korzeniu w Słowie Bożym. Это есть записано первая книга царств. To jest zapisane w pierwszej Samuelowej. Da. Первая книга царств, 18 глава. Книга Самуэла, 18. И читаем три стиха. 6, 7 и 8. Trzy wiersze. 6, 7 i 8. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami przy dźwiękach cymbałów i odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł, przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brakło już tylko królestwa. Jak wy думаете, bracia i siostry? Jak myślicie, bracia i siostry? Вот этот корень бывает у нас? Czy ten korzeń bywa w nas? I taki korzeń, który nikt nie widzi. I to jest taki korzeń, tak ukryty, że nikt go nie widzi. I wy знаете, произошло такое
приветственное доброе слово. И появилось такое доброе повітальне слово. Люди встречают с победой, победа пришла. Люди спотыкают звичинство, наступило звичинство. И люди выражают такое слово. И люди говорят такое слово. И это слово вышло от простых людей. И то слово вышло от людей простых. Давид победил десятки. О, Давид то побил десятки. А Саул тысячи. А Саул только тысячи. И что происходит с Саулом? И что происходит в сердце Саула? И сильно огорчилось его и... сердце. Там где уж там его сердце начало таки появился гнев, обужение. И вы знаете, никто этого не видит. И никто его еще не видит. Все радуются победа. Все еще чешут. Все торжествуют. Можно сказать, женщины танцуют. Некоторые кобеты плясали. А в сердце Саула? А в сердце Саула? Огорчение. Там уже было такое скошнение. Ненависть. Ненависть. И вы знаете, если вдуматься в этот момент, если ты так задумаешься, размышляешь о том моменте, но ведь это же было сказано правда, бо так на правде, но там была повещена правда. Это же не было какой-то, ну можно сказать, лесть. То не было какая-то такая, то не было похлебство, да. Это было сказано правда. А это была повещена правда. Что этот молодой человек, же тем молодой человек, вышедший против Голиафа, который вышел напротив Голиафа, он победил не только десятки тысяч, он побил не только десятки тысяч, он победил сотни тысяч, а он побил сотки тысяч, и в тот же самый период, и в том самом часе, в сердце Саула, сердце Саула, закрадывается корень огорчение. Появился корень такой ненависти. Вы знаете, о Сауле можно говорить. Видите, о Сауле можно говорить. О Давиде можно говорить. О Давиде можно говорить. А давайте перейдем на себя. А прежде раз так на себя. Вы знаете, подходит сестра. Видите, подойдите, сестра. И говорит, ты знаешь, брат, ты лучше сегодня проповедовал, нежели пастор. И говорит, знаешь, брат, ты дзисяй лепей гласиваш, ніж пастор. И это вошло в ухо пастыря. А то где ж там вошло до уха пастора? То что, этот брат лучше проповедует, нежели я? То что, ten брат лепей гласил уж, ніж я? И только допустил это. И только допустил то. И там уже этот корень начал расти. И тогда этот корень начал расти. И он не просто туда попал. Он не только так случайно там. Он не просто имеет только там место. Он не только там случайно имеет место. Но он начинает там расти. Але он уже там начинает расти. И начинает так расти. И начинает так расти. Что уже мне не хочется слушать этого брата. Уже уж аж не хочется ни себя слушать. Тогда. Если попал туда этот корень, если там попал этот корень, это слово я упустил в свое сердце, то слово, чи мышь пустил далеко сердца, то мне уже и эта проповедь его не подходит. То мне уж и то казание его мне якось не пасует. Что такое огорчение? Все то есть такого ненависть. Это не удар. То не есть такой счет удержания. Это не слова. То не есть слова. Это всего-навсего внутри в человеке. То есть то, что там вовнутрь человека. Попало несколько грамм яда. Там где-то трафило, ileś там невеле граммов того яду. И это есть греховный яд. То есть грешный яд. И давайте, братья и сестры, сейчас вдумаемся. И поразмышляем сейчас. Если нам несколько грамм на наше здоровое тело, если там трошечка грамм на наше здоровое тело, дать обыкновенного какого-то яда, дать якийсь там трошечка трущизны, как вы думаете, он возьмет наше здоровое тело или нет? Как мы считаем, чи этот яд, эта трущизна
będzie miało wpływ na nasze zdrowe ciało? Może być, on сразу не возьмет. Może tak od razu nie zadziała. Może być, my jeszcze będziemy żywi. Może jeszcze będziemy żywi. No tam внутри. Ale tam wewnątrz. Он начнет свою работу. On będzie wykonywał swoją robotę. И этот корень, который пришел в сердце Саула. И ten korzeń, który tam pojawił się w sercu Saula. Он начал работу. Он тогда начал там работать. Он начал, и первое, что произошло из этого сердца. И по первое, что вышло из этого сердца. Слово Божье нам говорит. Слово Божье говорит нам. И он говорит за Давида. И он то слово говорит нам о Давиде. Ему только не достает еще царства. О, только еще бракует ему королевства. Вышло из этого уже корня. Из этого корня уже вышло. Уже пошли ростки. Już tam jakieś poszły roski. I pierwsze, co происходит z człowiekiem. I po pierwsze, co dzieje się z takim człowiekiem. Biblia mówi. Biblia mówi. Od izbytka serca mówią. Biblia mówi, z obfitości serca mówią usta. Usta. I wy znacie, to казалось бы, ну, внутри. Zdawałoby się, no to tylko tak wewnątrz, w środku. No pускай оно остается в тебе. No niech tam ono zostaje w środku. Ono tak nie bywa. Ale tak nie jest. Tak jeśli jest ten gorki korzeń. Jeśli ten gorzki korzeń. Уже начал там расти. Zaczął tam się rozrastać. On będzie wychodzić. On będzie się przejawiać. A teraz давайте будем контролировать сами себя. A teraz zobaczmy, teraz kontrolujmy samych siebie. Мы все верующие. Wszyscy jesteśmy wierzący. No jeśli my уже на кого-то начали говорить. Ale jeśli już coś zaczęliśmy na kogoś mówić. A jeśli my уже кого-то недолюбливаем чуть-чуть. A jeśli kogoś już nie lubimy, tak чуть-чуть. А если мы о ком-то чуть-чуть уже поговорили? А если о ком-то уже там негативно чуть-чуть трохечки поразговаривали? Братья и сестры, а может быть уже горький корень есть? Братья и сестры, а может там уже есть там горький корень? И как бы оно ни было, этому брату подам руку. И как бы не было, ну, тому брату еще подам руку. А вот тому брату я уже подавать не буду. А тому еще подавать не буду. И если я пришел в собрание. И если пришел на набожение. Сижу вот здесь. И исчезну тут. То я так буду стараться выходить, чтобы не встретиться сестра с сестрой. То так буду выходить, чтобы с той сестрой, чи с тем братом еще не споткать. То, братья и сестры, скажите, это корни уже есть или нет? То повесьте сейчас, братья и сестры, там ты горшки кожи уж есть. И Бог нет? Сегодня пришел на это место. И Павел говорит, что на то место. И контроль Божий идет, аллилуйя, аминь. Божий контроль. И он видит каждое сердце. Он видит каждое сердце. Если я не вижу, он видит. Я не вижу, он видит. Мои братья и сестры дорогие. Мои дорогие братья и сестры. Бог обращает свое внимание. Пан Бог керует свою увагу. И говорит, наблюдай. И говорит, патш. Это есть, я читал, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. То есть, поведено, уважайте, чтобы ктось не позостал, сдал от ласки Божией. Можно быть в церкви. Можно быть с Божией. Можно быть в собрании. Можно быть на набожении. И от этого корня, который есть сегодня. И от этого корня, который сейчас есть. Этот корень такой, ну, так сказать, незначительный, как будто бы. И этот корень, как будто бы, такой незначительный. Но я огорчился на кого-то. Але я на кого-то где-то там еще уже разгневался. Кто-то меня огорчил. Ктось там где-то там мне прикрость исправил. Кто-то мне не так сказал, как я хотел. Ктось повежал мне что-то не так, как я того ожидал. Кто-то мне не так угодил, как я хотел. Ктось не так мне догодил, как я того хотел. И я огорчился. И уж где-то там еще обужил на кого-то. И когда этот корень я положил в свое сердце. Я тем же корень сложил до его сердца. Это огорчение, то уж такая там ненависть доводит Саула до решения убить Давида. Слышите? Допроводило Саула до децизии, аби забить Давида. Не просто вот так, ну давай, Давид, мы выясним отношения. Не так себе только, ну давай, тут Давид, мы себе так поразмовляли о наших релациях. Но это огорчение, решение выносится убить Давида. Але уж то упрежение, та ненависть допроводило до децизии, аби сгладить Давида. И Библия нам утверждает. И Библия нас преконует. За этого всего. Же за то всё. Он лишился благодати Божией. Слышите? Он позостал без ласки Божией. Он лишился царства. Он утратил королевство.
Он лишился того помазания, которое было на нем. Он утратил то навощение, которое было на нем. Он был царем. Он был королем. Но он был без благодати Божьей. Але уж не имел ласки Божьей. Бог ему не отвечал. Пан Бог ему не отвечал. Бог ему молчал. Мельчал Пан Бог, когда он говорил. Ему нужно было идти до волшебницы. Мужем где-то иметь до какой-то чаровницы. Ему нужно было что-то искать, но он не знал, что делать. Мужем что-то делать, но не знал, как делать. Огорчение допустил сердце. Допустил до своего сердца такую горечь, упреждение, ненависть. Братья и сестры. Братья и сестры. Когда мы обращаем свое внимание на Слово Божье, когда мы обращаем нашу увагу на Слово Божье, то мы видим между двумя братьями, то видим, что между двумя братьями, которых было только два на планете Земля, которых было только двух на этой планете Земля, и один приносит жертву Богу, и видим, что один приносит для Бога ofiarę, и другой приносит и жертву Богу, другой тоже спада ofiarę Богу. Это не кому-то угодить, они друг другу хотели. То не хотело то, чтобы как-то себе навзаем догодить. Они хотели принести жертву Богу. Але они хотели себе подобать Богу, ofiarę нести до Бога. И Библия нам говорит. И Библия нам говорит, что жертва Авеля была принята. Библия нам говорит, что ofiara Авеля была мила и принята через Бога. А жертва Каина она не была принята. А о ofierze Kaina powiedziane, nie wejrzał na Kaina. I czytajcie Słowo Boże. I czytajmy Słowo Boże. Napisano tam tak. Tam jest tak napisane. I silno ogorczył się Kaina. Że Kain się bardzo rozgniewał na swojego. Nie prosto ogorczył się. Nie tylko tak się zagniewał. A silno ogorczył się. Ale mocno. Kain, czemu ty ogorczałeś się tak silno? Kain, dlaczego tak się gniewasz na swojego brata? Jeśli ty działasz для Бога, як ти щось чиниш для Бога, то може бути в якійсь мірі задай Богу вопрос, чого ти не прийняв мою жертву? То може задай то питання для Бога, Боже, чому не прийняв мою жертву? Но це огорчення було не на Бога, але той гнів був накерований не на Бога, а було огорчення на родного брата, але той гнів накерований до народного брата, що його жертва була прийнята, що його ofiara була прийнята, а моя ні? А моя не. И оно доводит, до чего вы знаете. И вечер до чего это допроводит? Что два брата, два человека на земле. Только двух братьев было на земле. И убивает один другого. И один другого забивает. Тот, который имел зазрость, гнев, забил. Вы знаете, я часто задумываюсь над этим вопросом. И часто вечер мыслю над этим питанием. Что делается сегодня среди верующих людей? Что делается сейчас между верующими? Если человек сегодня что-то делает, если сейчас что-то человек делает, во имя Бога, в имя Бога, а другой ничего не делает во имя Бога, а другой ничего не делает в имя Божьего. Вы знаете, что я вижу? Видите, что я замечаю? Что этот, который ничего не делает, же тот, кто ничего не делает, ну в таком негодовании на того, который делает. Есть такой певен незадоволения на того, который делает. Я задумываюсь. Я мислю. Почему? Дlaczego? Почему? Если ты хочешь делать, делай. Если ты хочешь делать, то делай. А если ты не делаешь, то чему ты обижаешься на того, кто делает? А если ты не делаешь, то чему гневаешься на того, кто делает? Но это зависть этого горького корня. Але уж та зазрость, тен гнев, то есть початок горшкого пожелания. Начинает огорчением идти на этого. То уж тен гнев начинает быть керованный на того, кто делает. Братья и сестры, сегодня, братья и сестры, сейчас Бог хочет, Пан Бог хочет, чтобы в нашем сердце этого корня не было. Але в нашем сердце этого корня не было. Але чтобы мы сегодня могли жить свободно для Бога. Аби ж мы могли жить в такой вольности для Бога. И если Бог благословляет какого-то проповедника. И если Пан Бог благословляет какого-то казначея. Или какого-то сестру или брата в пении. Або може якогось сестру чи брата в шпєві. То щоб моє серце не завідувало. Та би моє серце не заздрощило. А радувалося і славило Господа. Аби ще чешило хвалило Бога. І благодарило Бога. І дякувало Богу. Що этого брата Бог благословляє. Вже Пан Бог благословить того брата. І ти ще більше його благослови. І ще більше його благослови. Ви думаєте, що такого нет? Мислите, що нема такого чогось? Если бы не было, я бы не говорил. Если бы такого не было, о том бы не говорил. Я встречался с некоторыми братьями, служителями, пастырями. Спотыкаюсь даже с слугами Божьими, с пасторами.
Вы знаете, что я заметил? Я что-то заметил. Когда я проповедовал. Когда глашивал. И они были там тоже в собрании. Они тоже там были в этих громадах. И когда Бог благословил стан народа. И когда Пан Бог благословил свой род. Я увидел, что они впоследствии ушли, даже руки мне не подали. То заложил, что никто же выходил, даже мне руки не подали. И я задал вопрос, почему? И запитал сам себе, для чего? Говорят мне, ты знаешь, ты неправильно поступил. Никто же говорил мне, ты неправедливо поступил. Почему неправильно? Что а неправильно? Думаю, в чем не так? Что не так? Знаешь, тебе надо было так проповедовать, чтобы оно не было лучше проповеди пастыря. А вот тебе надо было говорить так, чтобы это не было лучше от того, как говорит наш пастырь. А так как ты проповедовал, да еще народ вышел для молитвы. А для того, что ты говоришь, а еще и люди были повезены вышел. То ты ж унизил пастыря. То ты унижаешь пастора. Господи Боже, прости меня. О Боже, прощай. Но сегодня, братья и сестры, этот корень, але, братья и сестры, сейчас этот корень, он разрушает не только меня, этот корень нищит не только меня, если я такой имею, если такого есть, блин. Но через меня он разрушает стан народа. Але через меня этот корень нищит стан народа. Потому что с этим корнем я молчать не буду. Потому что с этим корнем я молчать не буду. Я его буду говорить. Я буду о том говорить. Я буду что-то делать. Я буду что-то чинить. Почему? Потому что зависть пришла. Почему? Потому что пришла зависть. Пришло негодование. Незадоволение еще появилось. И сегодня Бог говорит, наблюдай. И дичай Павел говорит, патрз. Я не знаю, почему Бог положил мне на сердце это слово, братья и сестры. Не, нашего Павла того, брат, слово положил дичь на сердце. Мое сердце радовалось, когда я вошел в Дом Божий. Чешуемся, когда вшедем до Божьего дома. В нас тут принимаете как своих родных. Приймаете до нас, как своих разумных. И поэтому для нас здесь прекрасно склониться с вами. И для того нам дичай приятно и пенки знать. Но Бог положит на сердце это слово. Але Пан Бог кладет это слово на сердце. Значит, Он что-то видит. Значит, Он что-то видит. И этим словом начинает говорить до нас. И тем словом начинает до нас говорить. И контроль Божий, Он проходит и меня. Та Божа контроля дотика также проходит через меня. Потому что мы можем дойти. Dlatego, że możemy dojść. Верующие люди, братья и сестры. Верующие люди, братья и сестры. Не это не из мира. То не хочет о людей светских. Когда мы обращаем Слово Божье на Иону. Когда мы так держим Слово Божье из Ионаша. То Бог обращается до Ионы. То Пан Бог говорит до Ионаша. И говорит ему. И говорит до него. Вы знаете, я своими словами немножечко коснусь этой стороны. Я так своими словами нечто дотнусь в этой вещи. Иона, неужели ты растил это растение? Ионашу, чи ты справилась, что та рощина начала расти? Неужели ты копал эту землю? Чи ты копаешь там ту землю? Неужели ты туда садил это семечко? Чи ты там садилась то насенье? Но ведь ты же ничего не делал, палец о палец ничего не делал. Ты там не доткнулась того, чтобы это выросло. Ты всего-навсего сидел. Ты только сидишь. Тебе было очень трудно, бо солнце палило. Тебе было тяжко, бо был упал солнце. И Бог увидел это все. И Пан Бог то всё видел. И вырастает растение. И Пан Бог справил, что выросло до джерла. И ты очень обрадовался этому. И ты еще очень тешилась того. Что твоя голова перестала жариться. Уже втеди твоя голова уже не была так пала на солнце. Но когда оно засохло. Але когда то джерло усло. То Библия нам говорит. То Библия нам говорит. Бог обращается до Ионы. Бог обращается до Ионаша. И говорит, Иона, неужели ты так огорчился, сильно огорчился? Иона, чи то, аж так, дачего так бардо ще гневаш на то, що усло до джерла? Ведь ти же, ну, ничего ж не делал. Тоді ж ти там нічого не робиш таким джерлом. Ви читаєте Біблію, правда? Читаючи Біблію, правда. І там написано є. І там є написано. Іона говорить, я огорчився так, що аж до смерті. І там повідомили, Іона, що я ще так загнівав аж на смерть. Братья и сестры, не дай Бог, чтобы мы так огорчались. О, братья и сестры, не дай Бог, чтобы мы так все гневали. Знаете, как бывает? Видите, как было? Я тебе прощаю. Я тебе прощу. Но я не забуду. Але я этого не запомню. Скажите, мои дорогие, этот корень отрезан?
Повірчений читель Кожен є там. Он там остався. Он там ще зостав. І буває 20 літ. І бива 20 літ. І маленький розговор. І якийсь там, якась розмова незначна. І чоловік говорить, а ти пам'ятаєш от той, той, то? І той чоловік говорить, а ти пам'ятаєш ще там ту? Етот горький корінь остався. То той горький корінь ще зостав. І при любом моменті. І при якійсь оказі. Кусає друг друга. Наступує там знов кусання один другого. Браття і сестри. Браття і сестри. А він говорить, я огорчився до смерті. І вона ж говорить, я загніваюся аж на смерть. Я бувало слышав таке вираження. Бувало так, що слышаєм таке ж вираження. Я не прощу тебе до смерті. Я чи не пробачу до смерті. Но приходить какой-то момент. Але приходить якийсь момент. І чоловік вимушений вже просто склонитися. І чоловік як би вимушений, аби ще склонити. Ну как то надо ж уже примириться, найти какой-то контакт. Треба в конце якісь здобути релації, якось зачинити добре. Но вы знаете, но он, этот корень, остается. Горечь. Але вече та горечь, той корень там зостає. И сегодня пусть Бог нам поможет. И нех дичай Пан Бог нам допоможе. Проконтролировать в этом собрании самих себя. Справдить в тем сгромозанию самих себя. Может быть, это огорчение есть на моего мужа, который мне не угодил. Слышите? Может, ten gniew jest w moim sercu na mego męża, który nie... Może, który nie... drogój brat, na żenu jest ogorczenie, że ona nie odpowiedziała tak. A może, bracie, jest ten gorzki korzeń w twoim sercu do twojej żony, że ona nie tak, jak ty sobie oczekiwałeś. Może być, drogie dzieci. A może, drogie dzieci? U was jest ogorczenie na mamę i na papę. Może u was jest ten gniew na waszą mamę czy na waszego tatę? Wam już to сказал отец. Coś wam może tata powiedział? I wy знаете, jak ono все просто получается. Wiecie, jak to tak zwykle bywa? Недавно моя дочка мне подходит. Недавно моя дочка до мне подходит. И говорит, там по работе будет такой и такой, то они ну какой-то там пикник, не пикник, какую-то встречу там назначают. Po godzinach pracy tam będzie taki piknik, tam jakieś spotkanie. I moja żona to uznała. A moja żona się o tym dowiedziała. I ona jej i mówi, idź do papy, sprosi rozrzeszenie, można tutaj... I mówi do swojego dziecka, do córki, idź do tata swego i porozmawiaj. Ja jej sprosił, rozkaże, co tam będzie. A ja mówię, a co tam będzie? Jakie to soревnowanie będą, jakie to to, jakie to to. Opowiedz mi, co tam będzie, o czym tam będzie. Kto tam będzie zbierać? Kto zbierają się tam? Kto tam się wybiera na to spotkanie? Wszyscy nasi sotrudniki. A ona mówi, wszyscy nasi... No i z sotrudnikami jeszcze друзья. A z pracownikami jeszcze ich przyjaciele. Rozkaże, tam wierzący będą? А я говорю, слухай, там будут верующие? Нет. Нет, там не верю. А скажи, а что ж тебе верующие там делать? А я говорю, а что тебе там верующие делать без них? Ну как? Ну то же, это ж мои сотрудники по работе. А она говорит, ну как? Ты придешь, что со мной сотрудники в кассе, с ними работаешь. Я ей говорю, тебе там не стоит быть. А я говорю, слухай, для тебя там не место. И мое согласие нет на это. И мое сгоды на то не наш. Я не согласен, чтобы ты туда ехал. Я не сгазан, чтобы ж там было. Тебе... Не будет там места, как христианке. Для тебя не будет там места, как для христианки. Я смотрю на ее. Патше на нее. А лицо ее опустилось. А ее тварь так... Голова еще опустила. Хотелось бы туда. Бо базу хотела там быть. И вы знаете, и я понял, что этот корень... Я зрозумел, что этот корень... Уже остается в ее сердце. Уж там есть в ее сердце. Господи, дай мне мудрости. А я говорю, Боже, дай мне дальше говорить с ней. Дай мудрости, чтобы она поразумела и поняла. А она разразумела, что ей, как верующему человеку, не место там. А она вечала, что я куда ей, как верующий, не место там быть. И куда я дальше начал с ней говорить, моя жена была вместе. И когда далее так с ней разговариваем, и жена моя вообще. И Бог дал мудрости объяснить это все. И Пан Бог дал мудрости, чтобы это выяснить. Я вижу, меняется лицо ее. Видите, разменяется ее тварь. Значит, как бы оно ни было. Значит, как бы ни было. Говори Слово Божье. Так мови Боже слово. Если делаешь доброе, то что? Если чинишь добре, то что? Не поднимается ли лицо твое? То не яснеет твоя тварь. А если делаешь худое? А если чинишь зло? То говорит, грех лежит
И он влечет тебя. То грех там есть, и он тянет тебя. Но ты господствуй над ним. Але ты маш над ним пановать. Оказывается, можно господствовать над грехом. Оказывается, что według Слова Божьего мамы моц пановать. И знаете, как очень просто. И видишь, как это просто? Говорит, я не могу победить. Mówimy, ja nie mogę zwyciężyć. Ja nie mogę pobiedzić wypiłki. Ja nie mogę zwyciężyć chęci do picia alkoholu. Ja nie mogę pobiedzić telewidzenia. Ja nie mogę zwyciężyć, aby nie patrzeć telewizji. Ja nie mogę interneta pobiedzić. Ja nie mogę przezwyciężyć tego interneta. Oni już zawładzieli już mną. Bo oni zapanowali już nade mną. Filmy już zawładzieli mną. Filmy już zapanowały nade mną. Trzy momenty. Trzy momenty. Pierwszy. Po pierwsze. Nie chodzi na sowiet kogo? Po pierwsze, nie chodź na zebrania nieczystych. Nie stoj na pути грешних. Nie bądź na drodze z grzesznikami. I nie siedzi w собрании развратителей. I nie siedź w gromadzeniu takich ludzi grzesznych. I pełna победа, слышите? Pełne będzie zwycięstwo. Nie надо очень многое там. Nie trzeba tam wiele. Jeśli ty znajesz, że tam собрание развратителей, ty туда? Jeśli wiesz, że to jest zebranie нечистый, не идь там. Бог не говорит, ты иди туда, сиди в этом собрании развратителей и говори, а я верующий, а я верующий. Бог не может идти, сидеть там с теми неверующими и мов, а я то верующий, а я то верующий. Вы этого там делать не будете. Вы этого там не сделаете. Вы будете только слушать все то негатив, который в этом мире. Będziecie słuchać tam tylko te wszystkie rzeczy negatywne, które są w świecie. A дальше они будут привлекать вас к этой жертве. A dalej to będą was zachęcać do tej ofiary. Ty nie pijesz? Ty nie pijesz? No, my ciebie nie zostawiamy pić. My ciebie nie zmuszamy pić. No ty siądź вот здесь z nami. Ale ty usiądź z nami. Ty nalej sobie limonada. Ty wlej sobie troszkę limoniady. I kiedy my będziemy podnieść tost. A kiedy my będziemy podnosić do toastu. Ty weźmij tu, этот стакан z limonadą. Ty weź sobie ten swój napój tam. I my wместе pocokajemy. И мы вtedy разом się tam stukniemy. То, братья и сестры, скажите, какая жертва это сделана? То, повезли, братья и сестры, кому та офяра есть сделана? Божья жертва? То на Бога же офяра? О, нет! Нет! О, нет! Нет! Если мы сегодня считаем себя верующими, если уважаем себя за верующих, то наше место не должно быть там. То нам, для нас там места нема. Это для них. То есть их место. А наше место. А наше место. Написано в законе Господа, да будет воля. Написано в законе Пана, воля не будет наша. И когда мы в законе Божьем. И когда слышим в законе Божьем. То сегодня Бог говорит, наблюдай. То Пан Бог говорит. Чтобы какой-то горький корень не появился в сердце. Чтобы какой-то горький корень не появился в сердце. Он очень сильно говорит. Он очень мощно говорит. Возникнув, не причинил вреда. И чтобы им не осквернились многие. Aby ten korzeń nie wyrządził dla mnie szkody, a także dla innych. И если этот корень появился, jak ten korzeń już się pojawił, то дорогой мой брат и сестра, то droga moja siostra i mój brat, я авторитетом Слова Божьего говорю, то w autorytecie Słowa Bożego mówię, он принесет нам вред. Он нам wyrządzić szkodę. И когда он будет приносить нам вред, i kiedy będzie nam wyrządzać szkodę, он через нас будет распространяться на других. To przez nas jeszcze będzie się przejawiać, przelewać na innych. То сегодня у нас есть выход. То dzisiaj mamy wyjście. И вы знаете, он очень сладкий для христианина. Wiecie, że ten korzeń jest bardzo słodki dla Что христианина. Что же делать нам сегодня? Co czynić nam dzisiaj? Я хочу прочитать Слово Божье. Chcę przeczytać Słowo Boże. Это есть записано послание Иакова. To jest zapisane w liście Jakuba. Trzecia глава. W rozdziale trzecim. Trzynasty stich. I wiersz 13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Mądry li kto, mądry li i rozumien kto jest z was, dokaży to na samym dziele dobrym powiedzeniem z mądrością krotością. Вы знаете, мои дорогие. Если ktoś jest między вами mądry i rozumny, niech to pokaże w swoim postępowaniu nacechowanym łagodnością i mądrością. Dokaży to. Dowiedz.
Вы знаете, братья и сестры, не Бог будет нам доказывать. Чи не Пан Бог будет нам удовольствовать? Но если кто из нас мудр, докажи это. Але кто ж между нами есть мудрый? И чем доказать? Покажи, удовольни. Кротостью. Как это сделать? В смирении. Покажи. И тогда Бог нас будет благословлять. Тогда Пан Бог будет нам благословлять. И Бог будет хранить. И будет хранить. И Бог будет защищать. И Он будет нас бронить. И поэтому мы сегодня стоим. И до того, сейчас стоим. И на этом месте вдумываемся в Слово Божье. И так мыслями входим в Слово Божье. Проконтролировавши себя. Контролируем самих себя. И это слово прошло от темни головы до подошвы ног. А то слово проникло так от головы до подошвы. И заговорило до нас. И вшамавя до нас. Вы знаете, куда проповедуем мы о ком-то другом? Вече, когда мы говорим где-то о ким-то иным. Нам легко очень слушать это. То нам приятно о том слушать. За Давида мы можем слушать. О, Давиде можем слушать. За Саула можем слушать. О, Саулу также можем слушать. Но только не трогайте меня. Але только не зачепляйте, не затыкайте меня. Но когда это слово коснулось меня, а когда слово то дотканало меня, то оказывается Бог меня любит. Слышите, нет? То тогда я уже знаю, что Пан Бог меня любит. Бог любит. Пан Бог любит. И говорит до нас. И говорит до нас. Что этот корень горький не должен быть у нас. Что этот горький корень там не повинен быть. И поэтому мы сегодня, увидевши в себе, и для того дичай, завачивши то в себе, в чем он выражается, это другой вопрос. А в чем он себя выражает, то уж иное питание. Может быть, это многословие. Может это быть в гадульстве. Может быть, оно в сквернословии. Может быть, в нечистой мове. Может быть, оно в чем-то другом. Может быть, что в чем-то иное. Но этот корень, он не может быть там и быть мертвым. Але этот корень не может там быть и, как бы, еще не проявить, быть мертвым. Поэтому сегодня Бог хочет его от нас оттуда убрать. Dlatego Pan Bóg dzisiaj chce ten korzeń od nas dzisiaj zabrać. Готовы ли мы сегодня заговорить с ним? Слышите? Czy готовы jesteśmy dzisiaj mówić z Bogiem o tym? Он через это стихотворение обратился до нас. Bo dzisiaj przez ten wiersz zwrócił się do nas. Говорит, ты в суете. Mówi, ty jesteś w trosce. Ты в заботах. Ты jesteś. У тебя скорби. У тебя терпения. У тебя очень проблем много. Дуже проблем в тебе. Но я хочу заговорить с тобой. Але я хочу порозмовлять с тобой. Я хочу убрать это. Я хочу забрать. Я хочу перевязку тебе сделать. Я хочу перевязать. Я хочу тебя лечить. Хочу лечить. Я дам тебе слово жизни. И дам тебе слово жизни. Но готов ли ты заговорить с ним? Але чи ты jesteś готовы перемовить? Братья и сестры, перед нами сейчас будет молитва. Братья и сестры, за хвилю будет молитва. И вот он ожидает этого ответа. И он чекает ответа на это. Я не знаю, почему это слово сегодня звучит. Я не знаю, почему аккурат сейчас это слово. Но чтобы вы знали, это не обличение. Але жебыще ведели, что это не. Это не укор. Не есть какие-то такие напомнения, такие. Удержание. Но это есть лечение для нас сегодня. А это есть лечение для нас. Для каждого из нас. Для каждого из нас. Проверивши свое состояние. Проверивши свой стан. Мы можем сказать ему, Господь. Мы можем поведеть. Есть Боже, в меня этот корень. Есть во мне этот корень. Я не могу победить сам себя. Я не могу сам себе. Я завидую соседу. Бо заздрощу сусідові. Я завидую брату. Заздрощу моему брату. У меня нету победы в том-то и в том. Не имел мне звичайства в тем и в тем. И поэтому Бог готов омыть нас сегодня. И dlatego Pan Bóg jest готов нас умыть. Бог готов перевязку сделать для нас. Он готов есть привязать раны. И поэтому один только вопрос. И dlatego jedno tylko pytanie. Готов ли я с ним говорить? Czy jestem gotowy, by z nim o tym rozmawiać? Братья и сестры. Братья и сестры. Когда мы бывает в собраниях, kiedy tak bywa czasami na nabożeństwach i делаем призы i jest wezwanie i ludzie odzywają się i bywa, że może być nawet i nie sprosim, o czym ty chcesz i może bywa tak, że nie zapytamy, o czym ty chcesz. Я всегда стою на том, то zawsze stoję na tym, что я грехов не отпускаю,
Że ja grzechów nie przebaczę. Ja nikogo nie mogę oswobodzić od grzechów. Ja nikogo nie mogę od grzechów uwolnić. I jeśli mnie ludzie rozkażą wszystkie grzechy. I bywa tak, że ludzie mi opowiedzą swoje wszystkie grzechy. To oni z tymi samymi grzechami i ujdą. To oni z tymi samymi grzechami ode mnie odejdą. No jeśli oni rozkażą Jezusu Chrystu. Ale kiedy oni opowiedzą o tych rzeczach Panu Jezusowi. To krew Syna Bożego ma siłę oczyścić od grzechów. Krew Pana Jezusa ma moc oczyścić od tych grzechów. I ja zawsze przyzywam, mówcie Jezusu Chrystu. Ja zawsze wzywam i mówię, mówcie o tych rzeczach Panu Jezusowi. A my was będziemy podnimać na rękach modlitwy. A my będziemy was podtrzymywać na rękach modlitwy. I kiedy bywa, ja słyszę te słowa. I kiedy bywa tak, że słyszę te słowa. Kiedy произносится w głos te wszystkie momenty. Kiedy tak podnoszony jest głos w tych momentach. I mój słuch usłyszał. Ja już tak mój słuch usłyszałem to. Я склоняюсь с этими людьми. Я склоняюсь с этими людьми. И никогда не говорю. И нигде не говорю. Прости его. Же пребач. А я говорю, прости нас. Але говорю, пребач. Бо и я тоже человек. Бо я теж єстем чоловік. И когда эти прощения идет пред Господом. И когда те kiedy te przebaczenia mają miejsce przed Bogiem. Бог нас всех благословляет. То Пан Бог нас всех всіх Бог їх прощає. Pan Bóg im przebacza. I mnie prościa. I nie przebacza. Потому что мы друг за друга молимся. Dlatego, że my modlimy się jeden za drugiego. Друг друга поднимаем на руках молитвы. Jeden drugiego podtrzymujemy, niesiemy na rękach modlitwy. I niebo внимает этому молению. A niebo wnika w takie modlitwy. Поэтому, братья и сестры. Dlatego, bracia i siostry. Пусть это слово. Niech to słowo. Оно останется в нашем сердце. Niech ono pozostanie w naszym sercu. Наблюдайте. Patrzcie, чтобы кто не лишился благодати aby ktoś nie stracił Bożej. Łaski Bożej. Братья и сестры, я желаю сегодня, чтобы тот, кто может быть, переживает, что Дух Святой отступает. Ja chcę zwrócić się do tych, którzy zauważają, że może odstępuje Duch Święty. To сегодня мы будем молиться. To dzisiaj będziemy się modlić. Чтобы Бог возвратил радость спасения. Aby Pan Bóg przywrócił radość zbawienia. Чтобы Бог наполнил сердце силой Святого Духа. Aby na nowo napełnił On mocą Ducha Świętego. И не голос только нашей молитвы был. I nie tylko głos naszej modlitwy był. Но чтобы была сила Святого Духа. Ale by była moc Świętego Ducha. Нам нужна сила для победы. Нам потрібна мощь для звичайства. Нам нужна сила для служения Богу. Нам потрібна мощь до служби Богу. І Он готов ее нам дать. А Он готов є нам її уделить. І поэтому, если это слово коснулось ваших сердец. І якщо це слово дотнуло ваших серць. І ви готові молитися. І єстеся готові, аби ще молитись. І желаєте, щоб у місці церкви помолилась за вас. І готові єстеся, і готові. I zbór pomodlił się za was. I skazać co to Bogu. I powiedzieć coś Bogu. Ja nie jestem stronnik mnie, ja żeby mówić. Ja nie jestem zwolennikiem, aby dla mnie o tym mówić. No jeśli wy gotowi, mówić Bogu. Ale jeśli gotowi jesteście mówić Bogu. Głosem skazać, głosem, słowami. I powiedzieć słowami głośno. Прости меня за то. Przebacz mi za to. Помилуй меня в этом. Zmiłuj się nade mną. Господь, убери вот это от меня. A zabierz to ode mnie. Я не имею силы победить вот это. Ja nie mam mocy, aby to zwyciężyć. То, чтобы вы знали, небо примет эту молитву. Żebyście wiedzieli, że niebo przyjmie taką молитву. И выйдете с этого места победителями. I wyjdziecie z tego miejsca zwycięzcami. Поэтому пусть приготовит наше сердце сам Господь. Dlatego niech przygotuje nasze serca sam Bóg. Коснувшись своей рукой. Dotknąwszy swoją ręką. А мы будем готовиться к молитве. А мы будем шиковать сюда молитву. Вы имеете полную свободу. Значит, полную вольность. Обращаться к служителю. Обращаться до своего пастора. И сказать, о чем вы хотите, чтобы помолились. И поведать, о чем хотите еще помолиться. Вы имеете полное право сказать Богу. Значит, полное право поведать Богу. И вы вправе прийти до Иисуса. И to jest w pełni świetne prawo przyjść do Jezusa. Za wami i za mną решение. Dlatego, że decyzja jest za mną i za tobą. A my będziemy modlić. A my będziemy się modlić. Modlimy się. Modlimy się.